Весенний сезон уже начался, а значит, пора активно составлять список покупок на новый сезон. Ведь тренды получились очень разнообразными и яркими. Наша съемочная группа выяснила, какие актуальные образы востребованы на сегодняшний день. Креативные директора брендов черпают вдохновение в тенденциях прошлых модных эпох, переосмысливая их на современный лад. Весна-лето 2023 года ожидаются женственными, дерзкими и романтичными. Предприниматель Карина Мамутова поделилась с нами последними тенденциями одежды на весну и тем, что популярно у девушек и без чего нельзя обойтись в гардеробе. Вверх полностью из джинсы и низ полностью джинса. Сверху можете даже накинуть джинсовую жилетку, либо джинсовую куртку по вашему удобству. Второй тренд – это юбки-макси. Юбки-макси в пол точно так же вы можете носить как и джинсовые, так и шелковые, тоже исходите из своих предпочтений. Третий тренд – цветочные платья. Очень популярны как раз-таки в теплый период. Предстоящей весной носите. Мода последних лет всегда отличалась своей креативностью и нестандартным подходом. Наша съемочная группа вышла на улицы и листы с вопросом, знают ли девушки о тенденциях этого сезона. Ну, сейчас, я думаю, тренд лета – это короткие юбочки с такими топами. Широкие джинсы, наверное, и сейчас штаны карго. Лично для себя я выбираю естественный стиль. Мне нравится сочетание пиджаков и джинсов. Я в основном придерживаюсь более спортивного стиля. Кроме одежды, с новым сезоном к нам приходят и новые варианты окрашиваний, которые актуальны в 2023 году. Здесь вы найдете тенденции на любой вкус. Светлые, темные и яркие оттенки, необычные техники и идеи. В 2023 году теплые оттенки, теплые направления находятся на пьедестале. Вывод за сегодняшний день – используйте акценты в своих образах, а главное помните, что вы можете носить все, что угодно, невзирая на тренды, ведь главное – это ваш комфорт и уникальность. Буйнта Катнанова, Анатолий Кожембаев, информационная программа «День Республики».